Hello everybody! Welcome to the world of the Russian language. The course is for beginners. Знакомство. Знакомство. Давайте знакомиться. Давайте знакомиться. In this lesson, you will learn some useful expressions that are used when meeting people. Диалог первый. Здравствуйте. Доброе утро. Как дела? Спасибо. Хорошо. А у вас? У меня тоже все в порядке. Как вас зовут? Меня зовут Вимал. А вас? Меня Елена. Вы откуда? Я из Индии. А вы? Я живу в России. Вимал, вы работаете? Да, я работаю бухгалтером. А вы? А я предприниматель. У вас есть семья? Да, я женат, и у меня два сына. А я вдова, и у меня один сын. Может, сходим куда-нибудь потом? Конечно, с удовольствием. Тогда до свидания. Приятно было познакомиться. Мне тоже. До встречи. Диалог второй. Добрый день. Здравствуйте. Вы, должно быть, Карен. Да. А как ваше имя? Меня зовут Пол. Чем вы занимаетесь, Пол? Я музыкант. А вы? Я на пенсии. Где вы живете? Я живу в Америке, штат Висконсин. А я живу в Кентукки. Что вы делаете в свободное время? Я читаю Библию и пишу музыку. А я люблю вязать. Какая у вас погода? У нас холодно и снег. У нас тоже холодная погода. Ну, ладно, мне нужно идти. Приятно было поговорить. До свидания. Всего хорошего. Диалог третий. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Гарри. А вас? Я Дебби. Как поживаете, Дебби? Отлично. Только много работы. А кем вы работаете? Я водитель грузовика. О, должно быть, это тяжело. Нелегко, но я люблю свою работу. А вы что делаете? Я пенсионер. Сижу с внуками. Понятно. А сколько вам лет? Мне 68 лет. А когда
у вас день рождения? В феврале. Давайте как-нибудь поужинаем вместе. Договорились. Созвонимся. Пока. Увидимся. И спокойной ночи. Okay, friends, what would you say when you meet a person? Make your own sentences and write in the comments below. That is all for today. Good luck with your Russian. See you in the next lesson. My name is Elen. Ciao.